Здравствуйте, меня зовут Алексей Красиков, добро пожаловать на портал «Неврозы Мегаполиса». Сейчас я бы хотел пригласить вас 8 декабря уходящего года на последний завершающий вебинар 2013 года, который состоится в воскресенье в 13:00. Повторюсь, 8 декабря. Мы провели в этом году большое количество встреч, онлайн-консультирования, и много видеолекций вы слышали по поводу работы с симптоматикой, по поводу работы со страхами, фобиями, обсессиями, компульсиями. Вы узнали в этом году много того, что такое, как работают мысли, эмоции, как работать с этими мыслями, эмоциями, как работать с навязчивыми мыслями. Более 200 человек в этом году прошло обучение и занятия в групповом формате, и примерно столько же в индивидуальном. Остается одна главная сложность, которая касается моих клиентов и тех поклонников моего, так скажем, творчества. Это внутренние конфликты, способы их решения. Что такое внутренний конфликт? Посмотрите обязательно предыдущую лекцию, что такое внутренний конфликт. Там есть одна или две лекции, посвященные этому вопросу. Сейчас, помимо анонса, я хочу вас познакомить с профессором Московского института психоанализа, с моим личным супервизором, человеком, который я очень уважаю, с которым мы много сотрудничаем. Но прежде чем дать ему слово, и он представится и расскажет о том, что он хотел бы вам рассказать в завершающем году, я немножечко подытожу и расскажу, что же такое внутренний конфликт и почему многие люди не получают облегчение после того, когда они устраняют паническую атаку или фобии или страхи. Прежде всего, мы должны понимать, что многие клиенты считают, что главная задача – найти какой-то внутренний конфликт, его раскопать и его решить. Это действительно так, но очень условно. Вы должны понимать, что внутренний конфликт – это состояние психики человека в какой-то конкретный промежуток времени, в каких-то конкретных обстоятельствах. И надо понимать, что внутренние конфликты могут образовываться всегда и постоянно в нашей психике, и образовываться тогда, когда у нас есть структура, которая создает эти внутренние противоречия. Проще говоря, если есть у человека структура, допустим, детство человека сложилось таким образом, что для него очень важно получить определенные качества, но в то же время получить он их очень сильно боится. Ну, допустим, пример с любовью. Один мой клиент, вот если взять его пример, он очень хочет любви, и она для него очень важна, потому что детство у него было достаточно специфическое, но он боится, что его отвергнут. И вот этот страх, желание любви, но боится, что его отвергнут, пропитывает все сферы его жизни – личную, общественную, профессиональную, бытовую. Во всех сферах жизни будет одно и то же противоречие, которое он никак не может себе разрешить. И, естественно, сначала он видит только телесную и навязчивую симптоматику. Но только благодаря аналитической работе мы можем сначала увидеть суть этого противоречия, затем показать, как это противоречие пропитывает все сферы его жизни. И главная задача – это повторное осознание этих противоречий и поиски способов этого решения этого противоречия. Это и есть аналитическая часть. Мой метод называется когнитивно-аналитическая психотерапия, которым я учился. Он понимает суть проблемы таким образом. Когда к нам обращается клиент или пациент со словами «у меня паническая атака» или «вегетативное тревожно-фобическое расстройство», ни о каком психоанализе сначала речи не идет, пока у человека есть острые состояния. Мы должны с помощью определенных когнитивно-поведенческих техник, такие как экспозиция, системная десенсибилизация и прочие когнитивные методики и поведенческие методики, снять острый страх, снять острое напряжение. И лишь тогда, когда мы сняли основной страх и основное напряжение, мы можем переходить к анализу. Мы 8 декабря с Александром Рамычем покажем вам в трехчасовом вебинаре, как находить эти внутренние противоречия, как они преломляют всю вашу жизнь и как это делать. Александр Рамыч прочитает для вас полуторачасовую лекцию с конкретным примером его профессионального случая. Сейчас он представит небольшой рассказ об этом.
Я расскажу в следующей, во второй части вебинара, 4 примера. Молодая девушка, молодой парень и взрослая женщина, взрослый мужчина. Это реальные случаи с измененными, правда, именами и измененными некоторыми нюансами, но суть остается в том, что это люди настоящие, такие же, как вы, такие же, как я. Что будет, значит, техническое? Технический вебинар будет таким же, как обычно. Запись осуществляет Максим со всеми оставшимися техническими нюансами. Вы можете присутствовать на этой лекции из любой точки мира. Мы приглашаем студентов, мы приглашаем психологов, психотерапевтов. Для вас это будет, если вы работаете в какой-то другой модальности, это будет очень интересная, познавательная лекция по психоаналитической психотерапии с методом центральной темы конфликтных отношений. Я хочу закончить свое небольшое вступление и передать слово Александру Аврамовичу небольшим таким тезисом. Вы должны понимать, что вот есть такой замечательный психолог Аарон Хорни. Если вы читали ее работы, там есть один такой нюанс, что в одной из работ она пишет, что если невротику дать то, что в чем он нуждается, его резкий уровень тревоги очень сильно понизится. Ну, например, если молодой человек очень сильно нуждается в любви, и он встретит девушку, которая будет его любить, с точки зрения Хорни тревога понизится. Это правда. Но я не согласен с позицией Хорни в том случае, что в том факте, что тревога действительно понизится, если, допустим, молодой человек имеет тревожно-фобический невроз с потребностью любви. И он встретит девушку, на которой женится, возможно, которая родит ему детей, и действительно его уровень тревоги понизится. Это правда. Но тут Карен Хорни не совсем права и не до конца. Потому что если рассматривать это с точки зрения практики и аналитической, и реальной, его уровень тревоги через какое-то время начнет повышаться. И достигнет опять тревожно-фобического уровня, потому что сначала эта девушка закроет его потребность в любви, а затем он начнет очень сильно бояться ее потерять. И начнет предъявлять себе претензии, что сделать, чтобы ее не потерять, а действительно ли я ее не потеряю, и что будет, если я ее потеряю. Затем это перейдет в другие сферы. То есть, когда мы делаем заплатку от невроза, она, безусловно, нам сначала приносит удовольствие. Но затем эта заплатка становится отравляющим фактором. В данном случае мой пример с девушкой. Когда сначала наличие этой девушки или мужчины, соответственно, снимает тревожно-фобическую симптоматику, а затем наличие этой девушки или мужчины создает, наоборот, отравляющий эффект присутствием этого. Это очень условный пример для того, чтобы вы поняли, что внутренний конфликт нельзя решить просто вот заклеив эту проблему. Нужно понять, что образует это. И только тогда, когда мы поймем, что это образует, и когда мы сможем решить сам механизм образования этого процесса, вы можете считать, что ваша терапия завершена. По методу когнитивно-аналитической психотерапии на устранение острых симптомов, если мы сейчас говорим о тревожно-фобических вегетативных расстройствах, симптомы можно корректировать до 3 месяцев острые. А вот именно работу с осознанием и с отработкой этих противоречий до 3 лет. Соответственно, острые симптомы, которые нам мешают, мы можем корректировать до 3 месяцев. Но опять же, я повторюсь, что случаи бывают разные. А именно аналитическая работа где-то, по моему мнению, 3 года. Все зависит, опять же, от аналитических и от личностных особенностей самого клиента. И теперь я передаю слово Александру Аврамовичу Плоткину, который расскажет сейчас вам то, что будет 8 декабря. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Александр Аврамович Плоткин. Я психотерапевт психоаналитического направления, я профессор Института психоанализа, веду там курс «Краткосрочная психоаналитическая терапия», и вот сегодня я вкратце расскажу вам о ней и хочу вас пригласить на мою лекцию 8 декабря. И теперь, чтобы вы понимали, что это такое, я просто расскажу вам один пример, и мы сразу поговорим об одной клиентке, которая обратилась лично ко мне и которая работала со мной. Вот давайте послушаем, что она себе рассказывает. Вот первый эпизод из ее рассказа на сеансе. Значит, я приведу сейчас цитату
из того прямо, что мне рассказывает клиентка на сеансе. А потом мы проанализируем этот материал. Я хочу рассказать вам, говорит клиентка, о моей проблеме с подругой. Я ей звоню, а она от чего-то все время занята. То у нее работа, сегодня не могу, завтра не могу, еще что-нибудь. Я ей теперь тоже не звоню, и она не звонит. А мне, знаете, всегда нужно просто написать смс-ку «Ты окей?» и получить «Окей». Ну и все тогда в порядке. А если этого нет, я беспокоюсь. Но я ей не пишу, и она не пишет. «Окей, нет». И у меня все время это крутится в голове. Прямо навязчивость такая. Я только об этом и думаю. И с другой подругой было точно так же. Крутилось в голове, пока я с ней не поговорила. Вот что с этим делать? Я прямо хожу, переживаю все время. То же самое было у меня с Сергеем. Это вот ее главный мужчина, с которым она рассталась, и с которым был длительный роман 2 года назад. Все время мне нужно было его окей. Я стояла буквально на цыпочках и ждала, боялась, что ему что-то не понравится. С мужчинами это просто вообще ужасно, очень тяжело. И она мне показывает заискивающим лицом свое внутреннее психологическое состояние, когда она ждет вот этого одобрения от мужчин. У нас все окей, с таким просящим лицом. А потом, говорит она, потом на него злишься. Когда я поехала домой в Воронеж и жила у мамы на своей квартире, я буквально отдыхала. Все это пошло от мамы. Она со мной молчала по 3 часа. Я должна была сидеть и по 10-му разу делать уроки, которые я уже сделала. Что там было делать? Я училась на 1-й пятерке. Что от меня ей было хотеть? Я была такая хорошая девочка. Ни мальчиков, ничего такого. Только школа, музыка и плавание. У клиентки слезы на глазах. А она меня все время ругала. Я не могла от этого никуда сбежать. Даже я когда пошла в институт, она ходила за мной. Если я могла бы хотя бы пойти во двор, где были мальчики, и там была компания. Но у меня даже в мыслях этого не было. Главное было в этом, то, что я всегда ждала ее одобрения, и всегда она меня только ругала. Правда, я сама и не хотела этого, и хотела, и я от этого сбежала в 16 лет из дома, и чуть с ума не сошла. Меня вылечил один терапевт. Ну вот, давайте разберем этот отрывок. Что мы наблюдаем? Клиентка рассказывает сначала об отношениях с подругой, в которой она очень нуждается, и в которой она постоянно ждет одобрения. А если этого одобрения нет, то она начинает волноваться, переживать, она и хочет позвонить, но почему-то не звонит, и сердится на свою подругу. Дальше она рассказывает о своих отношениях с мужчиной, от которого она тоже постоянно ждала одобрения, как будто на цыпочках, боялась ему возражать, ждала, что он даст ей понять, что он ее любит. И периодически так же, как на подругу, сердилась на него за это, накапливалась злость, которую она не могла выразить. И, наконец, клиентка переходит к своим отношениям с мамой, с которой, как мы видим, получалось примерно то же самое. Мама навязывала ей определенное поведение, навязывала ей определенный тип чувств. Она ей что-то запрещала, но она так любила маму и так нуждалась, лучше сказать, в ее любви, что она не могла даже выйти на улицу или подумать об этом. Вот во всех этих 3 эпизодах с мамой, с мужчиной, с подругой мы видим одну и ту же структуру. Одно и то же структурно образующий элемент. Этот элемент можно описать в виде внутреннего противоречия. Очень нуждаюсь чьей-то любви, но боюсь, что мне ее не дадут. Я боюсь, что меня эмоционально используют. Она потом рассказывает и прямо жалуется на эту подругу, что она-то сама, клиентка, страшно заинтересована в жизни этой подруги, рассказывает о себе, расспрашивает подругу, а подруга ее никогда не спросит. То же самое было с ее мужчиной. Тот никогда не интересовался ее жизнью, всегда она должна была интересоваться ее жизнью. И она очень боится даже, что ее материально используют, потому что этот мужчина просто брал у нее деньги какое-то время.
И вот еще один эпизод с этой клиенткой, совсем с другого сеанса. Ей нужно со мной расплатиться в конце сеанса. Она достает деньги, и на лице у нее такое, я бы сказал, мрачное, сердитое выражение, что это невозможно не заметить. Это целое событие, и я на него тут же реагирую. Я спрашиваю, о чем вы сейчас подумали? Почему у вас такое сердитое лицо? Понимаете, говорит она, и так заминается немножко. Понимаете, я даже думала не ехать к вам сегодня на занятия. О чем вы думали? Почему вы решили не ехать? Почему вы так сомневались? Понимаете, мне кажется, что вы не любите меня по-настоящему. Что вот эти чувства, эти деньги, я плачу вам за ваши чувства. А именно так же у меня происходило с моим мужчиной, о котором я уже вам сказала. Он тоже брал у меня деньги. И я ему помогала в разных практических делах. И мне всегда казалось, что он использует меня. И почему-то я думаю про вас точно так же. Хотя я понимаю, что вы, конечно, работаете, и вы психотерапевт, но все равно какой-то частью души я думаю вот так, что вы у меня берете деньги за то, что вот проявляете ко мне добрые чувства. В отношениях с мамой получалось то же самое. Хотя мама говорила ей, что это все для тебя, чтобы она хорошо училась, что ты будешь хорошей девочкой. Но на самом деле это делалось для себя, потому что мама была в нее сверхвключена. С отцом они давно были в разводе. И все эти попытки мамы быть внимательной, заставлять ее учиться, жестко ее контролировать, делались для мамы самой. Мы видим, что вся жизнь клиентки определяется вот этим внутренним противоречием, которая возникла в детстве. Вот это самая важная мысль той психоаналитической терапии, о которой я вам говорю. Одна и та же структурная схема повторяется в ситуациях настоящего с разными людьми, в ситуациях прошлого в детстве в отношениях с матерью и в ситуациях с психотерапевтом в переносе, так называемом. Везде есть одна и та же проблема. И терапия, основной ее действующий фактор – состоит в том, чтобы клиент осознал с отреагированием, с эмоциональной реакцией, осознал и понял, что везде, в самых разных ситуациях работает одна и та же схема. Вот это повторное осознание как раз и помогает клиенту постепенно снять эту проблему. Есть и другие терапевтические факторы, о которых я уже поговорил на самой лекции, о них нужно поговорить больше. Я хочу завершить вот каким соображением. Есть иногда у людей тяжелые симптомы, такие как панические атаки, фобии, тяжелый уровень депрессии. Эти симптомы, какие-нибудь навязчивости, вот эти симптомы кажутся чем-то изолированным и автономным. Чем-то, что можно решить вне всякой другой проблематики, работая с этим как с локальным явлением. Действительно, есть техники, которые помогают достаточно быстро такие симптомы снимать. Но после этого очень часто у клиентов получается, что симптом-то снялся, а счастья нет. Получается, что возникают другие проблемы. И вот это происходит потому, что тяжелый симптом, например, паническая атака, может быть рассмотрен изолированно только очень условно. Фактически он часть той же общей структуры, с которой необходимо работать и которую необходимо прорабатывать. Вот этим-то и занимается психоаналитическая психотерапия. Итак, вы познакомились немножко с Александром Аврамовичем. Более подробно 8 декабря в 13:00. Опять же, подведем небольшой итог, что ваши симптомы являются общим звеном вашего невроза. Телесный, эмоциональный, поведенческий. Устранив эти симптомы, мы обязательно должны понять, что рождает эти противоречия и ваше поведение в вашей жизни, потому что им пропитана вся ваша жизненная структура. Я надеюсь, что вы теперь более понимаете, что внутренний конфликт – это то состояние, которое вами движет. Покупка новых машин, все более новые машины, новые и новые. Отношения с подругами, с друзьями, отношения со второй половинкой, отношения к любви, к работе. Все это пропитано вашими внутренними противоречиями. И осознавая эти противоречия и умея с ними правильно работать, вы делаете себя менее невротичными, вы делаете себя более гармоничными и более спокойными. Именно научиться свободно жить
и научиться пользоваться вас этой самой свободой и гармонией, и есть самая главная цель аналитической терапии для того, чтобы вы были более осознанными, более искренними, более честными с собой и, соответственно, людьми вокруг вас. Именно это и является той самой внутренней свободой, когда вы не противоречите себе, когда вы абсолютно понимаете, что вами движет и руководит. Я надеюсь, что вам было интересно. Жду вас 8 декабря. Мы очень долго готовили эту встречу, потому что человек Александр Абрамович очень занятой, я тоже не совсем свободный. И мы эти 3 часа посвятим практическим навыкам, практическим примерам о том, как это выглядит, как преломляет внутренний конфликт все ваше поведение, и о том, какие основные узловые механизмы вы должны осознать и как с ними работать. Увидимся 8 декабря. До встречи на вебинаре.